Ну что, готов все вынести мозг? Ну давай, я готов. Итак, если ты мог заметить, я тебе представляю совершенно новый дизайн орков. С новыми текстурами. Эта графика просто бомба. О, это очень динамично. Динамично? Это новый дизайн чистейший плод художественного гения. Это ж куча тень в наших руках. Эй, что за дела? Ну что за вопрос? Настоящая графика не меняется цветом жалкой расы твоего персонажа. Настоящая графика не пишется на доисторическом движке. Ее нужно реализовать на чем-то более мощном. Посмотрите на это. Охрана! До свидос! Итак, Терра использует движок Unreal. Только представьте себе такие возможности. Захватывающие новые миры, фантастические новые существа и огромные возможности сражаться, исследовать и создавать. И это ММО, реальная драка. Да это все Терра. А вам, ребята, лучше всего пересмотреть свои отношения к графике. Собрание окончено. Бэм, играйте в реальное ММО.